Начались масленичные гуляния с традиционного исполнения фольклорных песен. Музыка здесь такая, что хочется пуститься в пляс. Как настроение? Масленичное? Отличное, весеннее. Сегодня хороший солнечный денек. Заряжаемся позитивной энергетикой. Вот пошли хоровод водить. И раз, и два, и три. Господи, у меня... Все, меня хватит. Делать непростое, нужно тренироваться. Ну и какая же масленица без блинов? Пышные, румяные, с пылу, с жару, в мороз, в весеннюю погоду самое оно. Говорят, с одной муки яиц стряпают, а блины-то у всех разные. Так-то как сказать, какие лучше? А как вы готовите, может, секрет какой есть? Подскажите, поделитесь. Главное, это самое, с любовью. Что ж, мы наплясались, напрыгались, очень устали и тоже не удержались попробовать первых масленичных блинов. Желаем вам всю весну, как блин в масле кататься. Наталья Петрухина, Сергей Олейник, 31 канал.